И всем привет, с вами я, Леонид, и я сейчас играю в Kingdoms, решил поиграть в Kingdoms для того, чтобы подготовиться к следующему видео, и нашел вот такой вот интересный баг. Я вот нахожусь на горе, нашел поселение, моя цель была, ну, простая, я просто искал овощи, вообще растения искал для того, чтобы ферму свою сделать и для своего поселения сделать еду, чтобы выращивать и продавать своему поселению. Кстати, я догнал это поселение. Это хорошо, нужно перегнать. И так как я имею два поселения, и я хочу довольно много иметь еды, чтобы у меня хорошее поселение было, то решил как раз позаботиться о еде. Пока бежал, искал еду, насобирал немало ягод. Ну, это ладно еще. Нашел вот эту морковку. Сначала я нашел салат несколько и наткнулся на одну морковку. Я такой: о, морковка круто. Сейчас собираю на тебе еще морковка. Я такой: блин, что за фигня? Я не понимаю. Проходит какое-то время, я понимаю, что я нашел баг игры, то что тут просто-напросто одна морковка. Одна морковка, которая собирается до бесконечности. Все свои два поселения прокормить, но очень долго. У меня есть еще ягоды, которые тоже я буду использовать, продавать для поселения. Да и мясо я тоже, наверное, продавать буду, хотя вряд ли. То есть баг очень интересный, прикольный. Ну, я думаю, его все же скоро пофиксят разработчика, и я пока собираю, пока есть такая возможность. Как скоро он уберет этот баг, я надеюсь, скоро он все же уберет и не будет такого бага. Ну, я до этого собирал салат, тыкву, у меня такого не было. Вот нашел морковь на тебе, такая проблема. Может, если я какой-нибудь баг найду, то либо спущу заново. Если что, всем пока, с вами был я, Леонид, подписывайтесь на канал, ставьте на это видео, кнопку лайки. Второе поселение, до которого дорога протоптана, круто. И я вот искал
Ой, искал, собирал эту морковку. В кашу где-то полтора. Ну, где-то с полтора до 1:50. А факашил просто на одной морковке, собирая ее. Это просто капец, сколько я собрал. Я еще съедал эту морковку, то есть у меня из-за этого еще меньше становилось еды. И, ну, все же, несмотря на то, что я съедал, то у меня все равно оставалось достатком этого. То есть, как я сейчас разбогатею, когда поставлю эту морковку продаваться, а еще, блин, лошадь бы поймать. Еще, когда я это буду все сажать, выращивать, буду получать что-то новое. Йогурт и картофель. Тоже круто. Ну ладно. Все же... просто зайти в Kingdoms, порубить деревья для подготовки, ну еще и собрать овощи для подготовки к другому, ну, к следующему как раз таки видео, прошло очень удачно. Просто постоять, я про ФК на одном месте, дофига собрав чего, а именно эту морковки, просто божественно, и особо не собирая дерево. Я сейчас просто решил ферме сделать себе семена. 1493 морковки я решил использовать на то, чтобы сделать просто семена. Посмотрите, что как долго я создаю себе семена. Как просто летит на это время. Уже третий корабль. Четвертый. Жесть. И это я еще создаю морковку. Это семена морковки пятый день. Ой, пятый корабль. Шестой. У меня уже осень. Седьмой. Полностью. Я еще делаю морковку. Я еще не добежал до своего поселения. Восьмой. Я думаю, следующий корабль. Thank you.
голодом. Я вот, вот это вот не знаю. Если у него голод будет жестко убавляться, то это будет плохо. Если он не будет убавляться, то это нормально. Ну ладно, я буду заканчивать на этом видео. Вот такое вот немного странное видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.